Друзья, доброго времени! Поздравляю вас с Новым годом! Господь да благословит каждого из вас, ваши дома и ваши семьи. И хочу поделиться с вами словом. Знаете, когда я смотрю в Писание, когда я смотрю на героев веры в Ветхом Завете, в Новом Завете, я вижу, насколько они были уверены в Боге. Несмотря на те обстоятельства, которые они проходили, они знали, что Бог поможет, Бог поддержит, и мы сможем пройти через эти обстоятельства. Будь то герои Ветхого Завета, Нового Завета. Я вижу это также в послании к евреям в 11 главе, описанной о героях веры. Я сегодня хотел бы просто прочитать это из Эсфир, 4 глава, 14 стих. Тяжелейшая ситуация для иудеев. И в 14 стихе Мардохей, обращаясь к Эсфире, он говорит: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Он говорит, фактически безвыходная ситуация. И он говорит, что мы знаем, я знаю, что свобода и избавление придет все равно, неважно, с какого места она придет. И вот что-то было вот в этих героях веры. Это вот эта вот уверенность, что через все обстоятельства мы сможем это пройти. Интересно, Иисус говорит в Евангелии от Луки, 18 главе, 8 стихе. Он говорит, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И вот мое пожелание для вот этого Нового года, чтобы на самом деле мы взращивали, мы поднимали ту веру, которая есть в нашей жизни, чтобы мы уповали на Него и понимали, что что бы то ни происходило, Бог наша поддержка, Бог наша защита, Бог наше упование. И Он проведет нас через эти обстоятельства, чтобы Иисус точно знал и видел в нашей жизни вот эту веру, когда Он вернется, чтобы Он нашел эту веру внутри каждого из нас. Бог да благословит ваши дома и ваши семьи. Аминь.